На площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня». И у нас состоится видеомост «Москва-Ватикан», посвященный открытию в музеях Ватикана крупнейшего международного выставочного проекта Государственной Третьяковской галереи «Русский путь» от Дионисия Домалевича. Я с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Это генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, куратор выставки Татьяна Веденкова, апостольский нунций в Российской Федерации Челестина Мильоре, чрезвычайный полномочный посол Италии в Российской Федерации Паскуале Терешано, вице-президент ТПП РФ, сопредседатель российско-итальянского форума диалога по линии гражданских обществ Владимир Дмитриев, куратор, автор концепции и экспозиции Аркадий Ипполитов, заместитель директора благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухамеджан. И также приветствуем участников Ватикана, это директор музея Ватикана Барбара Ярко. Коллеги Ватикана, как вы нас слышите, добрый день. Тогда предоставляю слово вам, Зельфира Трегулова. Добрый день, уважаемые гости пресс-конференции. Мы часто приходим сюда в новости, анонсировать свои проекты, но сегодня для нас всех, я думаю, совершенно особенный день.